Пробили все, C60, айди там. Ну, опять 5. Все, пробил. Ебать, меня за сегодня 5 часов игры. Not bad, not bad. Бля, nice ID 0, блядь. А, надо. Они чё? Они стреляют в мой султан. Зачем-то, не знаю для чего, но ладно. Я стою за ним, они стреляют в него. Думают, что... Можешь в ММ написать. Типа, если у тебя на фраксе были, ну, у тебя будет видно пули, то сейчас заебись. Не, ну в смысле, они в меня стреляют, как в султан. ХП не отнимают. Да, я посмотрю. Значит, они хотят тебя надамажить, типа, немножко. А чё, два админа следят? Чувак! Да. По мне стрельнули. А стрела началась или что? Да, да, да. Уже началась? Ну, наш чувак уже две рифлы получил. Чувак, ну выходи, блядь, вообще нахуй стоит. Блядь, я просто увидел в чате один и все. Жошик, уходи. Я вообще ничего не видел, лол. Я тоже ничего не видел, типа началась или что-то еще. Не крутись тут, Жош. Я увидел один, все пробил и потом стрелять начал. Пизда, блядь, охуенно. И что значит один? Да чё, тут уже все началось, лё, блядь. Уже бы он и написал, и два, и три, и гоу писал. Только один у меня. Сейчас, блядь, на фрапсе увидишь. Короче, справа вы проебали, да, чёт? Да. У нас чувак две рифлы получил и отошёл, всё. Так. Да, я на одну печку. Вас получил, это вы дали, или чё? Я получил, слышишь? Мне вот, у меня пол хп, короче. Что я сижу, не высовываюсь. Если нас будут рашить, то я, блядь, нахуй буду убивать. Ебать, ну и когда он, блядь? Нахуй дал, блядь, одному. А ВК на стреле. Нахуй! Если что, мы 5-4 хуяримся, если что. В смысле 5-4, еблан, 6-5. 6-5, значит, блядь. Спанул. Который по медлу стоит, я ему рифлы дал, блядь. Я ему С4 натыкал чуть-чуть. А ну кто был справа, отойдись, я попробую на эту фигню залезть. Оп. Какой смысл? Ты, блядь, сейчас просто умрешь и все. Да. Надо буду висеть, понял? Достаточно очень жесткий, да, вот. Лево рашит. Лево рашит. О, я смотрю лево, слышь отсюда. Ну смотри, чекай, лево. Чекай лево с моего угла. Он за ангаром, за следующим. Я вижу. Не подставляй. Ты смотришь, да? Да я смотрю в левую сторону. Насчет этой перебежки. Один над нами. О, блять, сука. Я ебанулся уже совсем крой. Миша бегает. Ебать, тактика нахуй. Я ж так понял. Поэтому да. Чекайте за машиной, которую я сейчас попробую подойти, чтобы пробить одного. Да ебать, а мне откуда дали тычку ты, ёпт? Мне тоже я не... Лол, мне просто дали без патрона тычку нахуй. Дигла, блядь, причем. Ебать, заебись, не играют. Джордж, гуди. Ангары, как там? Да тут я один вообще стою в ангарах. В ангарах внутри, Миша, к тебе. В центре ангара, корова. Центральный где-то ангар, там. Смотрю. Центральный ангар. Ёпт. Нету их в центральном, они за ним стоят, блядь. За ним, не лезьте, ним, не надо. Да. Не лезьте, сидите просто, у нас преимущество пока что.
Численно. Толя, Толя, слышишь, простреливай, алё, хуй ты сидишь-то, ёпта. Они там высовываются прям в чистую, блядь. Они в этот проход. Смотри, они прям в этот проход меня чекают стоят. Я никак не вижу, понимаешь? Понял тогда, понял. Ну пробуй, когда они перебегают, вот цеплять их по радару, блядь, играй. Активничают во втором ангаре, аккуратно. Да видим мы, блядь. Да, да. Если бы они во втором были, я бы им уже надамал бы сюда. Не заняли именно во втором ударе. Все, ты тебе тычку дали? Нет, нет. Нет. Он там за машины просто в наглую высовывается, блядь. Уходи, я держу. Ноги его вижу, пытаюсь нашить. Не знаю, прошил или нет, дал двери хуй туда. Правая сторона стоит. А, ну, туда что ли был? Он только что выполз, видел, да, обратно уполз. Может, пожалуй, пока понял. Может. Ебать, у них лидер долбоёб. А где у них лидер? Так его кикнули за фан. Это не лидер, это девятка, это Хартланда кикнули, я Марио. Как долго будем стоять? Да, сколько сразу можно... Надо что-то делать. Они ждут. Может, давайте левую сторону подрашим. Им рашить надо. Нам... А сколько времени стрелу дается? Без ограничений, администратор сам решает, когда прекратить. И чё, и как они будут решать, блядь, когда кого стрела закончится? Ну, когда вы минут 20 вот так вот постоите, похалдите, типа, никаких действий, они скажут, стрела окончена, победителя, у кого преимущество по этим. Кто вкладом. Ну, кого... Кому тычку дать? Никому. Мне пытались, но он не прошил. У меня текстура тут не прошивает. Ну, тебя, кстати, немножко хп снеслось. Меня это... Думаю, может, тебе подбежать, это... слышь, Миш? Да не, он меня, Толя. Типа, блядь, меня чекают. Я тут сижу, блядь, на лестнице, как дебил, блядь, боюсь, что уйти. А я тут две точки пасу, как даун. Я ждем, короче, когда у них машины респанутся, блядь, и поорабить их справа там, блядь. И у того, который по медлу, блядь, машины, когда респанется система, уже понял, блядь. Чё, сидим, ждем, хули. Хули нам, блядь. Аниме пацанам, блядь. Ну. Мы же за аниме воюем, ебать. Сейчас подожди. Ща, блядь, у них тачки пропадут, они охуеют от жизни, блядь. Машину же я не могу, да, двигать. За что воюем, ребят? Нет, это ПГ будет. Заказ. Воюем за сетчастых тяночек. На это нету, блядь. За сетчастых тяночек. Которые у меня на худе, да? А, да, да. Походу там дал в миду, дал в ногу, но я не знаю, пробил, нет, блядь. Блядь, 4 ПТ рифлы осталось, нахуй. Пацаны, кто сколько тычек дал вообще им? Мне две дали, блядь, я не дал никому еще, я еще никого не убил. Я настрелял, но я не знаю, пробил ли я. А слева кому-нибудь дали что-нибудь? Мне дали с рифлы раз. А ты дал что-нибудь? Нет. Справа один, да? Один в меду. Мы с Мишей, мы ну, можем справа... с тобой спокойно в ангар зайти, попробуем забрать его. Ну я говорю, пошли в ангар, может. Ну сейчас мне сейчас перебежать подойдет. Надо, понимаешь? Я на меду на лёгкую стою, мне надо перебежать. Давай я тебя тут жду и... Святик, меня чекает, блядь. Меня чекает. Я его там не вижу, Миш. Я не могу выйти. У меня 3 рифлы осталось, блядь. У меня 8. А этот долбоёб у себя в машину стоит, стреляет. Просто в машину стоит, стреляет. Здорово, ща я убегу, подожди. Да зачем, подожди. Давай здесь пока с тобой тусить. Да он мне, он не тебе, Толя. Ты там с Ромой, блядь. Он, короче, у себя в машине текстуру шьёт, долбоёб. Он рифлу, походу, потратил, он сэмки хуячит. Пытается пробить. Да, пускай патроны тратит, подождите, блядь. Да, ну, да.
Сталдим разводим, блядь. Это как смотри. Светик, попробуй разведи, которые за ангаром стоят, чтобы они вышли, я его ему нам даю. Попробуй. Стрела окончена. Окончена, что, блядь? Вот, стрела окончена. Траш, траш, траш. Да, она окончена. Меня убили. Стрела окончена. Окончена стрела. Ты что написали? Не знаю. У нас преимущество.